Первое поколение Kia Soul было, ну, мягко говоря, необычным. Во втором поколении, думаете, он изменился? Нет, он стал необычнее необычного. По японским дорогам бегает малолитражка под названием Cube. И японская молодежь буквально с ума сходит от ее кубических форм. Есть фан-клубы. Я так понимаю, компания Kia нацелилась именно на эту молодежную аудиторию в свое время. В новом поколении у Kia Soul сохранились кубические формы, но появилось то, чего не было в поколении номер один — дерзкой внешности с броскими крупными деталями. У нового Soul все укрупнилось. В него стали более крупные блок-фары, огромная губа бампера с решеткой радиатора, большие круглые противотуманки. В задней части Kia Soul наблюдается такое же укрупнение броских элементов. Владелец Kia Soul должен быть также расслаблен и безмятежен, что тот хомячок. Чтобы пойти у них на поводу, я вооружился специальной книжкой. Это гайд по серф-местам Европы. К сожалению, увеличение общих геометрических параметров Kia Soul не привело к увеличению багажника. По абсолютным цифрам 354 литра полезного объема, если подняты спинки сидений второго ряда. Если их уронить вперед, получится 686 литров. Величина не бог весь какая, даже для автомобилей сегмента B. У них багажники бывают под 600 литров. Я попробую сейчас разместить таким образом наш элемент праздной жизни. Элемент длиной 5 футов 7 дюймов не укладывается в багажник Kia Soul. Что-то у нас с праздной жизнью не срастается. Но мы не привыкли отступать. Мы поместим доску в салон. Руль Kia Soul — это не рулевое колесо в обычном исполнении, это гаджет. Это молодежный такой девайс. С такими можно было бы сделать джойстики, ну, допустим, PlayStation и Xbox следующего поколения, потому что здесь есть чему поучиться мастерам индустриального дизайна. Ну, а автомобильным мастерам стоило бы поучиться сочетанию элементов фактуры цветов. Вот эта желтая строчечка здесь очень к месту. Она очень молодежно выглядит и повторяется здесь, повторяется на креслах и повторяется на кожухе рычага, верхушка которого украшена круглым набалдашником. Я бы сказал, таким же, как у автомобилей Audi молодежной линейки A1, A3, если бы не индивидуальный элемент верхней его части. То, что Kia научились делать свои салоны очень качественно и прекрасно подбирать фактуры, опять же, видно по разным элементам салона Kia Soul. Лучше, чем по салонам любых автомобилей Kia последнего поколения, потому что это самый-самый свежак. Я насчитал в этом автомобиле 8 колонок. Из них 3 находятся в очень видном, в очевидном месте. Вот такие колоночки, похожие на большие крышки термосов. Справа, слева, вот здесь находится сабвуфер и еще один справа в багажнике. 4 здоровенные колонки с надписью Infinity в каждой двери. И вся эта цветомузыка может действительно стать цветомузыкой. У меня вот здесь слева от руля внизу есть рукоятка регулировки подсветки. Я могу менять яркость и ее режим.
Либо у меня будет меняться цвет под музыку, либо я собственноручно смогу изменить цветовую гамму. Для европейских дорог у Kia Soul все в порядке. Он подготовлен к европейским дорогам на 100%, и европейский потребитель останется очень доволен. Он получит стильный автомобиль, интересный и при этом нормально, ну такая твердая, знаете ли, четверочка, нормально управляемый. В условиях отсутствия хороших ровных дорог я вылавливаю из этой общей гаммы жесткость. Не то чтобы я стараюсь это делать, просто каждый шов на асфальте, каждая выбоина и каждая, не дай бог, глубокая яма, я ее слышу, чувствую, она отзывается ударом, и звук, и вибрации, все есть. Разгон на Soul с бензиновым мотором длится 12 с хвостиком секунд. Дизельный силовой агрегат при том же объеме и похожей мощности, 124 лошадиные силы у бензинового, 128 у дизельного силового агрегата, обладает большим крутящим моментом на целых 100 ньютон-метров, поэтому он чуть бодрее выполняет упражнение разгон с нуля до сотни и намного бодрее разгоняется со средних скоростей. С 60 до 100 км в час он разгоняется быстрее, чем Soul с бензиновым мотором на 0,5 секунды. Это уже серьезный показатель. Ему не нужен драйверский характер. Это автомобиль не для драйва. Это автомобиль для стиля. Хомяки, которые нарисованы на бортах этого автомобиля, это не кровные братья нашего российского, щекастого, знакомого нам с детства пузатого хомяка, зацикленного на создании запасов. Эти поджарые хомячки в костюмах с золотыми брошками хамстер. Вот в этом, собственно, секрет. Хамстер, созвучно хипстер. Хипстер — современный стиляга, которому нужно много внешних атрибутов для того, чтобы подчеркнуть собственную значимость. Вот на таких хипстеров-хамстеров Soul нацелен. И нацелен очень здорово. Долой серые будни! Активнее, парни! Поднажмем! Самое время поправить форму! Добавим динамики! Не забываем про стиль! Нужно полностью преобразиться! Встречайте, высокотехнологичный и просторный. Просто шик. Девочки, я не устаю. Ну, кто у нас тут самый стильный? Новый Kia Soul. Полное преображение. Официальный дилер «Шкода» «Автомир Богемия Самара» приглашает вас вживую познакомиться с самой ожидаемой новинкой этого сезона от концерна Volkswagen. «Шкода Rapid» – уникальный автомобиль с кузовом «Лифтбэк» по цене от 479 тысяч рублей, как видите, в наличии. Подробности у консультантов салона по телефону в Самаре 331-01-11. Угон смотрится красиво только в кино. На юридическом языке это противоправное деяние называется банально кража. Стать участником такого экшена в реальности не хотел бы даже Николас Кейдж. Современные установочные центры предложат вам на выбор несколько типов защиты автомобиля от угона. Рассмотрим два принципиально разных.
В плане безопасности автомобиля есть два пути решения на сегодняшний момент. Это брелковая сигнализация, она бывает как с диалоговым кодом, так и без него. Второй вариант – это спутниковый поисковый маяк, так называемый GPS-трекер. Какая у них разница? Сигнализация с двухсторонней связью имеет ряд функционалов, начиная с автозапуска, с датчика крена автомобиля, в том числе и датчика разбития стекла. Также ряд функционалов, то есть это турботаймер, закрытие стекол автомобиля на тот случай, если вы вдруг забыли его закрыть. Связь, как правило, работает до 2000 метров. В городских условиях это метров 500-700. Какие основные отличия GPS-трекеров? Во-первых, данный блок, он скрыто монтируется в салон автомобиля. Они бывают как герметичные, так и не герметичные, как имеющие питание от автомобиля или имеющие автономную аккумуляторную батарею. Вследствие чего, после произведения инцидента угона, данный блок активизируется, определяется квадрат, где находится автомобиль, выезжает группа реагирования, уже специальным оборудованием они пеленгуют автомобиль. При установке GPS-трекера вы заключаете договор, по которому будете обязаны платить абонентскую плату. В эту абонентскую плату входит обязательно реагирование на все территории Российской Федерации и стран СНГ, в том числе Европы. То есть при произведении каких-то инцидентов угона, да, вам не нужно будет самостоятельно беспокоиться об автомобиле, потому что ваш автомобиль найдут и в любом случае вам возвратят. При установке сигнализации с двухсторонней связью данное реагирование осуществляете вы самостоятельно. В принципе, это кардинальная разница данных двух систем. У трекера и привычной сигналки есть одна общая особенность. Как и любое дополнительное оборудование автомобиля, они хорошо работают только когда правильно смонтированы. Профессиональный монтаж строго конфиденциален и происходит в лабораторных условиях. Маячок трекера, как и многочисленные блокировки обычной сигнализации, в идеале прячется как можно глубже в недра автомобиля. Это серьезно осложняет работу угонщику, но требует усидчивости и профессионализма от установщиков противоугонных систем. Самый разумный, естественно, способ – это установка обоих систем, как поискового маяка, так и сигнализации с двухсторонней связью. Лучше, чтобы она была с диалоговым кодом, который невозможно считать в совокупности. Соответственно, вы сможете пользоваться сервисными функциями, в том числе режимом Slave, автозапуском автомобиля, и полностью быть уверены, что ваш автомобиль найдут в случае тревожной ситуации. Установочный центр «Цезарь-Сателлит». Установка спутниковых систем, сигнализаций, аудиосистем, фаркопов, тонировка автомобилей. Установочный центр «Цезарь-Сателлит». Улица Солнечная, дом 59, телефон 212-1435. Мы работаем с понедельника по пятницу с 9 до 18 часов. В 63-м регионе иметь на номерном знаке автомобиля буквы РАА означало до недавнего времени принадлежать к власти. Сейчас все изменилось с точностью до наоборот. Власть — это буквы ААР. Но посмотрите на морду нового Hyundai Genesis. Ему все равно. Потому что с таким лицом, как у этого автомобиля, ты так или иначе принадлежишь какой-то власти. Hyundai Genesis поколения 2 призван конкурировать с такими монстрами рынка, как Audi. Решеточка радиатора, да? Похоже. Mercedes-Benz E-класса. Я вот фары
признаю. А также задняя часть этого автомобиля очень напоминает BMW 7 серии, хотя паспортно Hyundai Genesis должен конкурировать с BMW серии 5. По габаритам он уже вписывается полностью в сегмент E седанов бизнес-класса и чуть-чуть не достает до сегмента F, буквально несколько десятков миллиметров. Почти 5-метровый Hyundai Genesis в России стоит от 1 859 тысяч рублей. Но наша тестовая версия на 100 тысяч минимум дороже. На это указывает присутствие таблички H-Track. Значит, здесь установлена система полного привода от Magna Powertrain. Та самая, которая передает по умолчанию 60% крутящего момента на заднюю ось, а при необходимости может дать на ось переднюю 90% крутящего момента, а на заднюю до 100%. Это очень кстати, потому что развесовка автомобиля практически гоночная, почти 50 на 50. Genesis едет как премиум. Даже при том, что сейчас у меня на тесте самая, ну скажем так, маломощная, если так можно сказать, версия из двух, которые поставляются на российский рынок. Это трехлитровый автомобиль. Здесь под капотом трехлитровый силовой агрегат Lambda, который выдает 249 лошадиных сил. Посредством восьмиступенчатой коробки передач, автоматической коробки передач, произведенной компанией Hyundai, Hyundai Genesis разгоняется до 100 км в час чуть больше, чем за 8 секунд. И это сильная динамика. Я вот из всей гаммы прилагательных, которые можно поставить рядом со словом динамика, я оставлю слово сильная. Потому что взрывного характера здесь нет, агрессивного характера тоже нет. Есть сила, которую вы чувствуете, и она развивается накатом, плавно. Очень даже подходящий для автомобиля с вот таким буквосочетанием на номерном знаке. Для 63-го региона это говорит очень много. Вы ощущаете подвеску этого автомобиля и удивляетесь тому, что не находите в ней типично корейских черт. То есть он едет не как знакомые вам большие автомобили концерна Hyundai Kia. Он едет по-своему, он едет как Lotus. На трассе, на высоких скоростях Genesis абсолютно послушный, совершенно не требует подруливаний. Он такое ощущение, что повинуется командам какого-то автопилота. Я ему задаю управление, и дальше он все делает сам. Ни колейность наших бедных дорог асфальтовых, ни выбоины, даже которые попадаются на дуге, на затяжном повороте, не способны сдвинуть Genesis с курса. Этот автомобиль, сразу понятно, предполагает
лимузинную скорее езду. Там очень комфортно. На втором ряду, во-первых, походка автомобиля располагается для бизнес-поездок. Во-вторых, у пассажиров второго ряда в высокой комплектации Genesis есть в доступе, ну, практически регулировка всеми элементами комфорта. То, что Genesis на сегодняшний день в состоянии обеспечить своим немецким конкурентам интересную, красивую конкурентную борьбу, ну, это факт. Факт, который, ну, надо найти в себе мужество и просто признать его как свершившееся. Корейцы очень здорово продвинулись за последние несколько лет в плане дизайна, в плане подбора и изготовления материалов, подгонки деталей. То есть качество здесь очень высокого уровня салона автомобиля, построения автомобиля. Но главное интересное для меня то, что даже прибегнув к помощи со стороны, к инжиниринговой помощи британцев, они научили этот большой автомобиль ходить не так, как знакомые нам большие корейцы до сих пор. И это момент, на мой взгляд, очень даже прорывный. Что будет дальше, очень интересно. Безупречные линии. Прикосновение от которых захватывает дух. Интуитивное управление. Новый Hyundai Genesis. Полный привод ощущений. Hyundai. Toyota дает возможность не думать о мелочах. С 1 по 30 июня этого года при покупке Toyota Camry 2014 года выпуска вы можете выбрать 4 бесплатных ТО, пакет дополнительного оборудования или каска в подарок. Имеются ограничения. Подробности в Toyota Center Самара Север по телефону 213-0707 и на сайте www.toyotasever.ru. Страхование осуществляется ООО «Страховая группа Компаньон» при поддержке ООО «Toyota Motor». Toyota. Let's go.